Всем привет! Продолжаем обзор олимпийских значков. Вот такой вот значок. Красный фон, мужик с пистолетом. Олимпийские игры, Москва, 80. И цена ему 15 копеек. Вот такой вот значок, тоже Москва, 80. Мужик с мячом на зеленом фоне. И цена ему 26 копеек почему-то. Вот такой малюсенький значочек. Москва 80, красный фон и мишень, наверное. И цена ему 15 копеек. Вот такой вот симпатичный значок. Он мне всегда нравился. Москва, Москва, 80-й, зеленый фон, такой круглый, выпуклый чуть-чуть, и цена ему 23 копейки. Хороший, красивый значок. Есть вот такая вот небольшая серия «Стрельба», и цена ему 27 копеек. Еще один из той же серии, фехтование. Там был красный фон, тут оранжевый. Те же 27 копеек. Еще какой-то символочек, КФС, непонятный. Из той же серии, оранжевый фон, мужик со штангой. Тяжелая атлетика. Тоже 27. Стрельба из лука. 27. Есть вот такой вот большой значок, невзрачный. Он мне никогда не нравился. Непонятно. Непонятно, что Олимпиада 80, мяч, какие-то лепестки. Что они символизируют, 5 штук. Ху, и цена ему аж 40 копеек. Конечно, да очень много, ничего себе. Для того-то времени. Вот такой вот есть значок. Не очень красивый. Цена 25 копеек. Вот серия значков. Это, ну, стрельба, наверное. Ну да, стрельба. Стрельба, желтый фон. Цена 15 копеек. Из той же серии гимнастика, красный фон. 15 копеек. Такой же, стрельба из пистолета, 15 копеек. Вот такой, наверное, тоже стрельба из пистолета. Наверное, тоже их была целая серия, но у меня в коллекции один. 25 копеек. Ну, тоже хорошие деньги для того времени. Что, 4 значка, уже целый рубль. Можно было пообедать в советской столовой. Причем хорошо пообедать. Вот такой вот значок многоборье. В первом обзоре, оказывается, у меня был такой. Значит, их два из этой серии у меня. Цену не вижу. Вот такой вот красивый значочек. Гимнастика. Тяжеленький. А, там даже написано гимнастика. Тяжеленький такой. 23 копейки. Вот такие вот значки. Вроде бы они одинаковые, но все-таки разные. Цвет фона один, но вот тут скосы внизу. Два. И цена им 20. Что ли, 20 копеек. Такой же довольно большой тяжеленький значок, красный фон, внизу скосы, и он почему-то без цены. Два таких одинаковых, значит, один синий, другой голубой, наверное, или как, не знаю. Но один темнее, один светлей. И цена им
20, 20. Ага. И, наверное, мои самые любимые олимпийские значки. Ну, очень они красивые. Вот зеленый фон. Ну, футбол, наверное. Очень красивый. Наверное, самые красивые. И цена им 23 почему-то. 23. Из той же серии красный фон. Мужик со штангой. Тяжелая атлетика. Ну, понятно, 23. Прыжки с трамплина в высоту. Фон. Ну, синий, наверное. Стрельба из пистолета, фон зеленый. Та же серия. Это, наверное, ну тоже прыжки. Красный фон. Вот только что мы смотрели. Это прыжки с трамплина, а это. Ну тоже, наверное, с трамплина, не знаю. Угу. Голубенький фон. Это водный футбол или водная? Или что это? Футбол на воде или водное поло? Не знаю. Ну да, вода, голубой фон. Хороший 23, хороший, значит, всегда нравились. Темно-красный или бордовый фон. Бокс. 23. Это что, регби или что? Регби, наверное, не знаю. Мужик с мячом, зеленый фон. И последний из этой серии, он чуть-чуть побольше, это пятиборье или многоборье. Он чуть-чуть побольше. О! Тут как страшно. Жалко, цену испортили. Но он чуть побольше размером, чем та же серия. Он чуть побольше. Можно видеть на пару миллиметров с каждой стороны. Вот, ну красивые очень значки. Все, всем пока. До следующего раза.